Вернуть былую любовь, такую же, как 50 лет назад, дано не каждому, но Чебурашке это под силу. Он снова кумир миллионов, все благодаря комедийному фильму режиссера Дмитрия Дьяченко. Хвост маленький, когти средние, а уши огромные. Вот это не надо. «Чебурашка» — лидер проката. Семейный фильм окупился за 3 дня. Более того, стал самым кассовым российским фильмом. Несмотря на будни, урвать заветный билет перед сеансом проблематично. Лучше это делать заранее. Еле-еле. Последние. Где-то сбоку будем сидеть. Желающих посмотреть на белорусскую овчарку в новогодние праздники было так много, что сайт «Билет ПМР» и программное обеспечение АПБ-терминала не выдержали и дали сбой. Но желающих увидеть «Чебурашку» меньше не стало. Что это такое? Белорусская ушастая овчарка. Он не продается. Теперь такую хотят все дети, только где ее взять? Заморский зверек с большими ушами, глазами и сердцем снова кумир миллионов. Продавцы экстренно делают закупки, чтобы в каждую детскую жизнь и комнату чебурахнулся причудливый персонаж из фильма. Магазины пока пусты, ну а там, где и был редкий экземпляр, уже комар носа не поточит. Но мы нашли. Ой, кто это у нас тут такой кареглазенький? Оля, ваших рук дело? Да, это «Чебурашки», это бестселлер сегодняшних дней. С тех пор, как вышел фильм «Чебурашка», эта игрушка набрала какую-то неимоверную популярность, и не связать ее было просто невозможно. На такое изделие около 4 часов работы. В наличии плюшевый шерстяной. Это ручная работа. Соответственно, первый вопрос. Сколько такие стоят? Размер 30 сантиметров по стоимости выходит 450 рублей в плюше и 350 рублей в шерсти. Могли предположить, что вот когда-нибудь случится вам вязать чебурашек? Что вот у вас было до и что теперь, судя по всему, на ближайшие месяцы? Ну, если честно, о чебурашках я вовсе не думала, потому как специализируюсь я на изготовлении игрушек, детской одежды в минимальных каких-то масштабах. Говорить о том, что это будет чебурашка, и, честно говоря, я в нем такой дикой эстетики ранее не замечала. Но если в народе есть потребность, то почему не радовать? Юль, могли когда-нибудь представить, что среди популярных игрушек в вашем магазине станет чебурашка? Никогда бы не могла подумать, что такое возможно, но после того, как вышел фильм, ажиотаж и количество вопросов просто и в Инстаграме, и в магазине стало очень большим. Какое решение вы нашли? Мы решили их связать. Объяснить феномен Чебурашки просто. Он главный поставщик новогоднего настроения. Только в одной из сцен обрушит на зрителя 6 тонн апельсинов, а затем сам станет делать чудеса в кадре. Если боитесь не успеть на фильм, не переживайте, прокат продлят. Люди идут на него, интересны. Я думаю, что еще продлят немножко. И еще одна новость. После успеха картины, а о нем уже можно говорить твердо, создатели объявили о продолжении. А значит, у нас есть как минимум год для фантазии, что станется с Чебурашкой дальше. Может, он встретит любовь, потеряет страсть к апельсинам или отправится на поиски семьи в какие-нибудь мангровые леса. Узнаем об этом уже, скорее всего, в новом году.